На одном счете. Банкир. Наш банк за 4 года имеет 40 тысяч клиентов. О, какие мы крутые. На кривой козе не подъедешь. Магнус его послушал и сказал, 40 тысяч клиентов за 4 года, классно, это хорошо. Правда, у нас есть одна семейная пара, благодаря которой у нас за 2 года 150 тысяч клиентов. Реакция банкира была потрясающая. Он сказал, подождите, не понял. Наш банк всем коллективом за 4 года 40 тысяч, а у вас одна семейная пара за 2 года 150 тысяч? Я хочу встретиться с этими людьми, которые владеют уникальной технологией по наращиванию клиентской базы. Я первый раз понял, чем я сам занимаюсь. Я хочу встретиться с этими людьми, которые владеют уникальной технологией по наращиванию клиентской базы. За 2 года 150 тысяч клиентов. Вы представляете вот возможности? Вы представляете вообще способ? Вы вообще понимаете, чем мы занимаемся, где мы находимся с вами? Мы, говорит, всем коллективам банка за 4 года 40 тысяч, а у вас одна семейная пара за 2 года 150 тысяч. Хочу встретиться с этими людьми, которые владеют уникальной технологией по наращиванию клиентской базы. Я думаю, ни хрена себе, так вот, оказывается, чем мы занимаемся. Не купи, продай. Не обмани, не впахай, не впарни, втюхай. Вообще, понимаете, вот, ребят, ну да. И когда я вот рассказываю эту презентацию, я говорю, ребят, вот понимаете, чтобы немножко проиллюстрировать возможности этой системы, я обычно привожу такой пример. За 2 года работы, это был ноябрь 98 года, в августе 98 был кризис, помните все, да? Вот я беру ноябрь 98-го. Организация «Тамир» приезжая вот таким методом составляла 150 тысяч человек. Я говорю, есть такой человечек на фирме «Эрфлейм» Тамир Приезжаева. Вот ее организация вот таким методом составляла 150 тысяч человек. Ежемесячный товарооборот ее организации составлял сумму от 3 миллионов долларов в месяц до 6 миллионов долларов в месяц. Почему такая разница? Потому что это январь, это декабрь. Бизнес на самом деле сезонный. 3 миллиона долларов в месяц – это очень серьезная сумма для любой компании. 3 миллиона долларов в следующем месяце, еще 3 миллиона долларов. Представляете? А давайте вместе с вами посмотрим, что на самом деле означает 3 миллиона долларов. А оказывается, 3 миллиона долларов у нас означает, что просто каждый из этих 150 тысяч человек делает ежемесячную закупку на 20 долларов. Можете проверить. 150 тысяч человек на 20 долларов. 3 миллиона. Что такое 20 долларов? Вот на самом деле для себя, для того парня. Да? Мне говорят, Владимир, ну ведь половина же работать не будет. Я говорю, да. Значит, остальные делают на 40 долларов. Причем, когда я говорю на 40 долларов, в среднем я говорю, я имею в виду, кто-то на 3 доллара, кто-то на 300 долларов, что я играю в статистику. Потому что скажите мне сами, если у меня есть 150 тысяч человек, там будут люди, которые будут для себя просто пользоваться на 30% дешевле? Там будут люди, которые будут дарить подарки? Там будут люди, которые будут продавать, хоть кол на голове чешется, все равно будут продавать? Там будут люди, которые будут приглашать людей? А там будут люди, которые будут строить организации? Мне нужны все. Еще раз, мне нужны все. Но концентрируется на тех людях, которые будут относиться как к бизнесу. Для меня бизнес – построение организации. Все понятно. Потому что у Тамилы была мечта, смотрите, построить организацию в 1 миллион человек. Тут ноль приписываю, видите? Скажите сами, что с этими цифрами изменится? А с нашей зарплатой что будет? А теперь смотрите, что произошло. Элегантным движением руки этот бизнес из бизнеса продаж, из бизнеса работы с продуктом, из бизнеса работы с клиентом перешел к бизнесу работы с людьми. Мы не говорим, сколько мы заработали, продадим на 1000 долларов. Мы говорим, сколько мы заработали, это будет организация в 1000 человек. Это совсем другая работа, совсем другие техники, совсем другие технологии, совсем другие заработки, прошу прощения. Я понятно объясняю? Да.